друзья, 28 ноября 2021 года. Друзья, вот такой вот улов. О, Алексей. Лёша, привет. Привет. Расскажи, на что повинна рыбка у тебя? Клевала в основном на пасту. Желтый сыр, оранжевый и щербет. Две на железо и одну с утра на светонакопительный на год. На светонакопительный на год. В общем, где-то штучек 12, наверное. Рыбалку доволен? Рыбалка всегда доволен, сегодня особенно. Так что тоже, друзья, приезжайте. Рыбка поклевывает.